они сделают то, что надо, стражи темной крови спасут ее. Цзиньфу, ты уверена, что она нам нужна? Может и так, а может и нет. Стоять! Анер, ты очнулся? Как ты? Я заставил отца волноваться. Я в порядке. Почему пришел сюда? Ты еще слаб. Как вы справляетесь с обязанностями, отец? Суннин не может умереть. Наши с ней обиды были полностью забыты. И не важно, что творится, другие не могут вмешиваться. Ты знаешь, что говоришь? Ты почти умер от ее рук. Нерожденный ребенок Лю Цзицзи умер из-за нее. Как мы можем оставить эту отравительницу? Это все только между мной и ею. Не думай, что я буду благодарна за то, что ты делаешь. Тебе не нужно меня спасать. Я не спасаю тебя. Смерть слишком проста для тебя. Я хочу, чтобы ты жила с этим. Увести госпожу в покое. Да, Анер, ты отец. Молодой господин не смог убить госпожу. Я никогда бы не подумала, что в его сердце у нее такое важное место. Вторая госпожа, вы проглотите это? Именно. Мы не можем просто смотреть на такие вещи. Из-за одного ошибочного шага вся игра может быть закончена. Она заставила тебя стать таким. Почему ты спас ее? Это касается только нас. Я не хочу, чтобы другие вмешивались. Я хочу, чтобы она умерла. Потому что она больше не нужна, верно? Потому что большая часть царства Вэй завоевана нами. Даже 10 тысяч солдат под началом Суньяни не могут подорвать наш фундамент. Кроме этого, ты уже нашел другого, более полезного человека. Отец, я же правильно думаю? Не совершая она раз за разом столь подлые деяния, я не был бы таким бессердечным. Я не буду спокоен, если оставлю ее возле тебя. Это мое дело. Отец, ты не должен беспокоиться об этом. Хорошо. Я пощажу ее жизнь. Но она должна передать титул госпожи. И на ком ты хочешь женить меня в этот раз? Племянница Лю только-только достигла совершеннолетия. Очень красивая и великодушная. Лю мучила двор все эти годы и была нетерпима к министрам. Это уже вызвало негодование. Я не понимаю, почему мы должны объединяться с ней? Пришло время сказать тебе. Кажется, я видел кронпринца Суюя. За этим кто-то стоит. Идите и проверьте. Если что-то найдете, первым делом ничего не предпринимайте. Есть. Суюй, на этот раз я тебя не упущу. Ядовитое волшебство? Основываясь на могуществе и силе Лю в прошлом, и на том, что она могла управлять таким количеством чиновников, если бы не ядовитое волшебство, она могла бы умереть давным-давно.
Если вы так говорите, есть высокая вероятность, что правитель тоже был отравлен. Волшебная сила госпожи когда-то контролировала весь мир. И именно из-за этого царство Чань сегодня сияет. Но не знаю от чего. С того дня здоровье господина пошатнулось. Есть в этом нечто. За столько лет он позволял госпоже развлекаться. Я только боюсь, что у него был запасной план. Я не прошу, чтобы ты пошел к госпоже Лю ради защиты. Я хочу, чтобы ты был готов. Страшная битва вот-вот начнется. Отец, вы столько всего рассказали. И мне нужно как следует все обдумать. Сегодня я понял многое. Отдохни как следует. О том, что я сказал сейчас, подумаешь позже. Ты слышал эти слова? Я знал, что ты не можешь умереть так просто. Я только никогда не думал, что именно ты спасешь мою жизнь. Я многое знаю о госпоже Лю. Отец сказал, чтобы я пришел сюда и забрал одну вещь. Я знаю, потому и не верил, что ты мог умереть. Я временно отдал тайник Суннин, чтобы защитить, и пока что не могу отдать его. Вы двое такие странные. Вы стремитесь уничтожить друг друга и все же доверяете. Давай не будем об этом, останься здесь на несколько дней. Я должен немедленно уйти. Я прошу остаться не просто так. Есть один человек, на которого ты должен взглянуть. Сестра Цинь, ежегодный фестиваль фонарей нашего города Дзюньминь известен во всех девяти землях. Правда? Это место кажется знакомым, но не очень понятно. Смотрите туда, смотрите! Идем. Маски! Продаются маски! Смотрите, это в честь фестиваля. С такой маской весело. Купите одну. Не пугай меня. Меня легко напугать. Разве не весело? Муянь? Кто такой Муянь? Почему ты всегда сидишь здесь? Народ дворца думает, что тебя здесь нет. Я бы предпочла не существовать.
Если бы действительно было так легко исчезнуть, возможно, вам стало бы только лучше. Что ты такое говоришь? Ты только что избежала смерти. Не думаешь начать все заново? Заново? Дженнер, знаешь, что я испытала, когда Шанянь спас меня? Изначально я думала, что смогла избежать страшного, но я все еще продолжаю жить. Дженнер, я не хочу ждать еще 2 дней. Забери меня в мир сновидений. Забери меня. Я пришла только для этого. Подожди немного. Скажи мне, что ты хочешь получить больше всего? Я хочу узнать, почему я и Шанянь пришли к такому концу. А если бы мы не встретились, на что были бы похожи наши жизни? Я скажу тебе в мире сновидений, но прежде чем я сделаю это, я должна узнать о твоей жизни. Джень действительно очень похожа на меня. Почему? И мне все кажется знакомым, когда я вижу. Кажется, мне часто снится этот сон. Это немного из того, через что вы с Шанянем прошли. Сейчас ты по-прежнему готова, чтобы я создала иллюзию? Ты знаешь, какие еще более жестокие вещи могут случиться. Ты не можешь всегда получать то, что хочешь. Но из-за судьбы не получишь. И даже зная, что не получишь, не хватает сил отпустить. Сейчас это была просто иллюзия. В иллюзии. Я сначала влюбилась в Шаняня. Как прекрасно чувствовать, что я не чувствовала в течение долгого времени. Я начинаю понимать, почему некоторые готовы остаться в иллюзии навсегда. Дженнер, забери меня. Любовь, что это такое? Может ли она заставить отказаться от реальности? Не волнуйся, я сотворю иллюзию для тебя. Все основано на том, что твоя дата рождения – ключ к миру снов. Когда время придет, я скажу тебе. За это время постарайся понять побольше о ваших отношениях. Я, несомненно, сотворю для тебя хорошую иллюзию. В конце концов...
У меня, по крайней мере, будет иллюзия. Ну как? Я была очень близка к тому, чтобы выяснить местоположение тайника, но что-то изменилось в иллюзии. Ничего страшного, попробуем в следующий раз, хорошо? В следующий раз. Я должна выждать нужное время, прежде чем создать иллюзию. Я не переживаю о времени. Я переживаю о твоем самочувствии. Я считаю дни и боюсь. Раз ты здесь, чего бояться? Только вот сейчас... Сейчас мы используем жизнь Суннин. Я не хочу причинять ей боль из-за того, что это мой долг. Это плохо. Это... Если ты не можешь сделать этого... Я знаю, что должна сделать. Знаешь, что может быть более жестоким? Ты не можешь всегда получать то, что хочешь. Но из-за судьбы не получишь. И даже если не сможешь получить, то также и не сможешь отпустить. Так кто же я? Кто я такая? Девушка в иллюзии? Кто она? Цинер! Госпожа Цзюнь? Почему дворец так празднично убран? Господин сказал, что молодому господину стало лучше. Сегодня все будут любоваться луной в саду. Любоваться луной? Госпожа, почему вы собираете вещи? Верно, господин звал вас любоваться луной. Любоваться луной? Сегодня день, когда все поместье празднует. Я еще нужна этому. Вторая госпожа, это место первой госпожи, мы должны отсесть. Цици, садись. Виновная женщина не имеет никакого права сидеть там. Госпожа, пожалуйста. Стой там. Сегодня в поместье Шэнь воссоединение, но это не относится к тебе. Ты можешь только стоять там. Свёкор, думаете, что стоять в ряду со слугами мне подходит больше? Ты виновна, я оставил твою жизнь только для пользы Шэняня.
Но мы не можем забывать о правилах поместья Шэнь. Слушайте все. Отныне Сун Нин не является первой госпожой дворца Цюэсиа. Тогда кто же я? Служанка. Отец. Это дело моей семьи. Ты думаешь, это касается только тебя? То, что я говорю, касается всего поместья Шэнь. Страна имеет законы, и семья тоже. И мы не можем нарушить этого. Сун Нин. Уходи. Раз я служанка, для сегодняшнего фестиваля позвольте обслужить всех. Чего смеетесь? Пошли все вон. Да. Почему ты пришел? Конечно, чтобы встретиться с тобой. Отец Шэняня будет сегодня на семейном торжестве. Он командующий генерал армии царства Чэнь. И что ты хочешь? Убей его. Я только создаю иллюзии. Я не убиваю. Я знаю это. Проблема в том, что они подозрительны. Обычно это трудно сделать, и сегодня вечером это твой единственный шанс. Хорошо. Цзиньфу. Не беспокойся, я не дам тебе попасть в беду. Вообще-то, это не твоя основная задача. Я должен подразнить человека, которого хочу найти. Кого? Суюй. Суюй? Верно. Потому что ты и Ержень очень похожи. Таким образом, если ты появишься, то он определенно покажет лицо. И тогда ты убьешь его. Хорошо. Так легко согласилась? И не спросишь, зачем? Я доверяю тебе. Что бы ты ни захотел, я сделаю. Вы не можете испортить приказ о подаче блюд. Это первый праздник середины осени, который молодой господин встречает во дворце. Если кто-то его испортит, я с рук не спущу. Да. Госпожа. Я забыла. Сейчас не могу называть вас госпожой. Что ты сказала? Не зазнавайся. Тебе что-то нужно? Посмотрите, все особенно заняты сегодня. Отлично, я нуждаюсь в служанке, чтобы подать вино. Как насчет помочь мне? Это уже слишком. Я больше не госпожа. Это то, что я должна делать. Правда хорошо, что ты это понимаешь? Но я так переживаю. Если молодой господин увидит, что ты подаешь вино... Он очень расстроится. Почему ты плачешь? Они не могут так поступать с вами. Как они могут так делать? Глупышка. Я не возражаю, так почему ты противишься? Запомни. Слезами ничего не решить. Слезы только служат другому человеку, чтобы он победил. Цися действительно беспокоится о нуждах людей. Нежна и заботлива, Анер. Она хорошая жена. Ваше Высочество, я налью вам немного вина. Я сам налью, если захочу. Возвращайся. Анер. Как воин, ты должен знать, что смертный приговор может быть снят, но живущему нельзя избежать наказания. Всякий должен заплатить за ошибки, что совершил. Сун Нин, разве ты не думаешь так же?
Все, что случилось между Суннин и мной, никого не касается. Пошли со мной. Почему? Почему ты не отвечаешь? Раз смогла однажды нанести мне удар, почему ты не мстишь? Ты это нарочно сделала? Ты хочешь, чтобы мое сердце страдало? А оно может? Может. Если бы в прошлом я услышала нечто подобное, я бы не смогла выразить, как я была бы счастлива. Но теперь все это для меня не имеет смысла. Мне больше нет до этого дела. Как остальные смотрят на меня? Как на госпожу или как на служанку? Не имеет никакого значения. Значит, что сейчас? Я лезу не в свое дело? Да. Шэнянь, с того момента, как я попыталась убить тебя, ты и я избавились от всего. У нас нет причин принуждать себя и дальше. Ты мне безразличен. Вот ты и сказала. Твое самочувствие заметно улучшилось. Моя кожа грубая, тело распухло. И ты беспокоишься об этом? Семейные дела. Боевые навыки заметно улучшились. Прошлой ночью я видел ее. А сейчас она играет на цитре. Я думаю, что Суннин привела ее во дворец, потому что она невероятно похожа на принцессу Ван Чан. Я думаю, что она Дженнир. Еджень мертва. 50 тысяч солдат видели, как она спрыгнула со стены. Ты и я лично похоронили ее. Неужели забыл? Нет. Она точно не мертва. Возможно, я не должен был этого делать. Ваше Высочество, тебе было очень трудно выбраться из долины Безмолвия. Сейчас ты несешь задачу правителя. Принцу не следует слишком привязываться к человеку, который уже мертв. Шэнянь. Ты не понимаешь. Я понимаю. Ты чувствуешь себя виноватым, потому что заставил ее умереть. Разве мало жизни потеряно в наших руках? Дробя землю, борясь с солдатами. Если бы я мог взять ответственность за каждую жизнь, не хватило бы 10 тысяч смертей. Шэнянь, ты когда-нибудь любила искренне? Только любя, можешь о ком-то заботиться. Только заботясь, есть о ком тосковать. Возможно, это так и есть. Я не переживаю, есть ли Дженнир или нет. Я должен забрать ее. Но ты должен ясно осознавать, что это определенно не совпадение. Что она появилась в это время.
прекрасно. Никогда не думал, что во дворце появится такая талантливая мастер Цинь. Господин, она сказала, что слушая звуки ее цитры, все проблемы забываются. Она была специально проведена госпожой. Обычно вы не можете услышать этот звук. Госпожа, выйдите вперед. Почему вы не показываете свое лицо? Играющие на цитре для знакомства используют звуки. Мое лицо не имеет отношения. А если я прикажу тебе опустить вуаль? Боюсь, что не смогу повиноваться. А ты смелая. Во дворце Цюэся есть свои правила. Такие, как я, имеют свои правила игры. Я ниже статусом, но у меня есть свои принципы. Ваше превосходительство, пока я не нарушаю дворцовые правила, я же ни в чем не провинилась. Какая наглая девушка. Сегодня я покажу тебе, пойдет ли то, что я говорю здесь, или пойдет, как сказала ты. Ждите. Там никого. Туда. Да. Как ты? Тебе больно? Кто ты? Почему ты спас меня? Не помнишь меня? Почему я должна тебя помнить? Это же я. Мы встречались? Дженнер, это я, Суюй. Суюй? Суюй. Вспомнила? Я вспомнила, что ты тот, кого я должна убить. Дженнер. Уходи, Дженнер. Хорошо справилась. Дзюньфу. Что такое? Я умираю. Что за глупость? Я не позволю тебе умереть. Дзюньфу, Дзюньфу. Что ваши солдаты делают здесь? Мастерица Цинь пыталась убить меня. Вы обе сообщницы? Убить? Где она? Это я у тебя спрашиваю. Обыскать дворец. Подождите. Нет никаких доказательств. Как вы можете все обыскать? Если ты не виновата, не останавливай меня. Ищите. Есть? Нет?
Отец, я знаю о случившемся. Это не имеет никакого отношения к Суннин. Она уже пыталась убить тебя. Ей нет доверия. Очевидно, что мастер Цинь и ее сообщница, они работали сообща. Аньер, это не личная месть. Я должен тщательно проверить их. Отец, это не имеет отношения к Суннин. Если вы не верите, я могу гарантировать ее невиновность. И если будут последствия, я возьму ответственность на себя. Ты! Ради женщины, дважды покушавшейся на тебя. Она моя жена. Хорошо, раз ты не хочешь видеть правду, мне нечего тебе сказать. Вечером я возвращаюсь в город Улэйчэнь и больше не буду заботиться о тебе. Идем! Все хорошо. Отдыхай. Подожди. Нет смысла портить отношения с отцом. Я того не стою. Независимо от того, что я делаю, теперь это ничего не стоит. Тебе не нужно повторять. Шэнянь! Что? Мне следует уйти. Уйти? И куда ты пойдешь? Если я останусь во дворце, это будет тяжелее для тебя. Не только из-за твоего отца. Я дважды пыталась тебя убить, но до сих пор нахожусь здесь. Это вызовет бурю негодования при дворе и навредит твоей репутации. Почему я должен переживать о мнении других? А еще я хочу уйти. Хочешь уйти? Дворец Цюэся слишком о многом напоминает мне. Я действительно хотела здесь состариться и благодарна небесам за такую возможность. Однако я поняла, не может быть счастья после потерянных благ. Возможно, ты и я не предназначены друг другу. Шэнянь, я устала. Я не хочу, чтобы мы еще больше причинили друг другу боли. Также я не хочу быть камнем преткновения. Сейчас я ничего не хочу. Отпусти меня. Даже если я прошу тебя остаться. Не говори так. Шэнянь, я знаю, что ты гордый. Я знаю, что говорить нечто подобное для тебя редкость. Но, пожалуйста, ничего не делай и не говори. Потому что я уже обернула свои чувства к тебе вспять. Это лучшее решение, Шэнянь. Давай поступим так. Потому что я тоже гордая. Если бы в то время я знала об истинных чувствах Шэняня, возможно, я бы не пришла к этому решению. Если бы в то время Шэнянь понял бы, что творится в моем сердце, возможно, он не дал бы мне так легко уйти. Я запоздала поняла, что заклятым врагом были не все остальные. Это была трусость. Так как мы боялись, не смели сталкиваться с реальными чувствами. Мы были трусливы, не осмелились удерживать их, не осмелились признать ошибки и не осмелимся полюбить снова. Yeah.
是晨曦来。